вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать дракона в окне. Интересно? Посмотрите мой пример. Буду отвечать на вопросики. А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наши видео, и программа Elite Motion, чтобы смонтировать на Android, а Видеолип, чтобы смонтировать на iPhone. Для начала зайдем в камеру, включим видео и установим фиксацию. Зажмем палец на экране и подождем, пока появится у нас вот такой вот квадратик. И снимем видео. А видео с дракончиком я возьму с мультика. Зайдем в Light Motion. Нажмем на плюсик и выберем формат 16 на 9. Нажмем на плюсик, медиа и добавим видео с драконом. Так как у меня окно квадратное, я видео с драконом заранее сохранила в формате квадрата. Ну, то есть один к одному. Теперь нажимаем плюсик и добавляем наше видео. Теперь нам нужно осветлить наше окно. Нажимаем эффекты, добавить эффекты. В разделе цвет и свет выбираем эффект экспозиции. Ползунками подстроим так, чтобы наше окно стало очень светлым. По желанию можно добавить цветокоррекцию. Отодвинем наше видео с драконом в самый конец, так, чтобы он не сразу появлялся. Разрежем наше видео в том месте, там, где должен появиться дракон. Теперь выделяем видео с драконом и нажимаем перемещение и изменения. Справа выбираем стрелочку в квадратике и ползунком подстраиваем по размеру окна. Теперь выделяем наше видео, нажимаем эффекты, добавить эффект. В разделе винетка, маска, ключ выбираем хромакей. Нажимаем на зеленый квадратик, выбираем пипетку. И курсором пипетки наводим на наше окно. И ползунками подстроим так, чтобы нам все нравилось. Давайте посмотрим, что же у нас получается. Получается очень круто. Теперь я хочу это видео немножечко украсить. Выделяем наше видео, нажимаем эффект, добавить эффект. В разделе цвет и свет выбираем эффект RGB Split. И подстроим ползунками так, как вам будет нравиться. Посмотрим. И если вам все нравится, то сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт видео. Нет, спасибо. И продолжить. Подождем, пока наше видео сохранится. Теперь сохранить в галерею и все. Для начала зайдем в Видеолип, нажмем на плюсик и выберем наше видео, которое мы сняли возле окна. Вот оно. Нажимаем добавить в проект. Обрежем ненужные части. Разрежем видео и удалим мерцание, которое было на камере. Ну вот как-то так. Теперь мы уберем в наших видео звук. Выделяем видео и убираем. А вот здесь можно наложить переход. Нажимаем на полосочку и выбираем прикольный переход. Посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось прикольно. И в конце я тоже обрежу ненужную часть. Ну вот как-то так.
Теперь нажимаем миксер и выбираем наше видео с дракончиками. Увеличиваем наше видео до нужного размера. Теперь наше видео я немножечко ускорю. И вторую часть тоже. Теперь со слоя я убираю звук. Теперь мы выделяем наш слой и нажимаем наложение. Выбираем тот, который лучше будет сочетаться. И подстраиваем все. Если вы подстроили и вам все нравится, то сохраняем. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу и сохранить фотопленку. Вот и все, наше видео сохранилось. Alternate reality, alternate point. Вот мы и подошли к нашим вопросикам. И первый вопросик, как много я делаю селфи? Редко. Второй вопрос, считаю ли я количество своих подписчиков большим? Для меня это большой прогресс. Спасибо вам большое. Третий вопрос. Как и почему я захотела создать свой аккаунт? Но этот вопрос уже был только в прошлом видео. Следующий вопрос. В каких фильмах и рекламах я снималась? Ну, я снимаюсь 5 лет, поэтому я их почти все не запомнила. А чтобы знать все мои фильмы и рекламы, вот вам ссылочка на мой сайт. Но она будет где-то здесь. Следующий вопрос, буду ли я пранковать своих подписчиков в соцсетях? Нет, у меня времени на это нет. Следующий вопрос, зарегистрируюсь ли я в ВК? Я регистрировалась, но на данный момент я не могу сейчас войти в свой аккаунт. Следующий вопрос, какое мое самое любимое видео, которое я сняла? Не знаю. Мне все видео нравятся. Следующий вопрос, хорошо ли я учусь? Да, я хорошо учусь, я отличница. Следующий вопрос, какое самое любимое время года? Конечно же, лето. Следующий вопрос, какой мой любимый месяц? Все месяца лета. Следующий вопрос, есть у меня домашние животные? Да, у меня есть 2 кота, девочка и мальчик. Следующий вопрос, какая моя любимая песня? Рива. Следующий вопрос. Расскажи о самом смешном дне лета. На самом деле я очень веселая, энергичная девочка. И у меня каждый день проходит с юмором. Следующий вопрос. Я активная подписчица? Да, ты очень активная. Спасибо тебе большое. Следующий вопрос. Буду ли я устраивать конкурсы? Ну, я когда-то на ютубе уже устраивала конкурсы. Ну, скорее всего, что буду устраивать еще. Следующий вопрос, я особо не поняла, как на него даже ответить. Следующий вопрос, что я больше люблю из сладкого? Ну, наверное, шоколадки. Следующий вопрос, что лучше, шоколадка или конфета? Скорее всего, шоколадка. Следующий вопрос, если я увижу единорога, что я буду делать? Конечно же, снимать видео и его фоткать сразу. Следующий вопрос. Знают ли мои родители, что я снимаю в YouTube и как они к этому относятся? Да, мои родители знают, что я снимаю видео в YouTube, и они даже меня поддерживают. Следующий вопрос про художественную гимнастику. Что я больше всего люблю? Мяч, булавы, ленту, скакалку или обруч? Ну, даже не знаю. Наверное, все. Ну, если у меня классная музыка, классные упражнения, то я люблю совсем выступать. Следующий вопрос немного о моей школе. Учусь я в обычной школе, в 6 А классе. Начинаются уроки тогда, когда я проснусь, позавтракаю, попью какао и тогда сажусь за уроки. А заканчиваются они, ну, когда мне не надоест.
следующий вопрос рассказать немножечко о себе. Ну, мне 11 лет, я учусь в школе, как ни странно. Ну, по-моему, я тут только о себе и рассказываю. Следующий вопрос, что бы я выбрала? 100к подписчиков или 100к рублей? Честно говоря, я бы не выбрала ни то, ни то. Мне нравится тем, что я всего добилась сама. Следующий вопрос, Новый год или день рождения? Дайте-ка подумать. Скорее всего, день рождения. Следующий вопрос, как я провожу свое свободное время? У меня этого свободного времени очень и очень мало, и я его хочу провести с пользой. В основном я провожу время с семьей, и я придумаю что-то интересное. Следующий вопрос, дружишь со мной? Ну конечно, а как же с вами не дружить? Следующий вопрос, хочу ли я увидеться с подписчиками? А вы еще спрашиваете? Конечно! Следующий вопрос, пение или гимнастика? Ну, конечно же, гимнастика. Следующий вопрос. Устрою ли я рум-тур по своей комнате? Ну, когда-нибудь устрою. Следующий вопрос. Летала ли я на самолетах? Печалька, но нет. И это мое желание. И я надеюсь, что оно скоро исполнится. А на этом все. Вопросики закончились. Спасибо, Настенька, за такие прикольные опросики. А на этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.